Я обожаю японскую игру под названием шоги. Это наподобие наш шахмат. У каждой фигуры здесь свои движения определенные. Спираль, пустим в ход слабые фигуры. Надо убить всех соперников. Тут 4 игрока играют сразу. Останется только один в конце. Если вы не знаете движения, какие я уже давно не играл, эту игру я тоже забыл, то можно будет пользоваться подсказками, вон help есть. И у каждой фигуры будут рисоваться движения, как с компьютера ходит. Главное одолеть врага, остаться одним живым. Вот, help. Вот. Видите, тут у каждой фигуры движения. Видите, в чем смысл? Это ниндзя, ферзь как бы. Ставим на потом. Вот надо все продумывать, чтобы победить. Хорошенько продумывать. Чем мне эта игра и нравится. Так, подбираются к моему королю. Если короля убьют, то игра сразу проиграна. Короля надо защищать. Король, сейчас я вам покажу, где, когда до меня ход дойдет. Сейчас следующий мой будет ход после синего. Ну, цифра 77, вот это я назвался бедником 77. Вот король, давайте посмотрим движение у короля. Это и был король. Он повсюду может ходить. Да, видите, у него разрешены повсюду ходы. Главное защитить короля. Надо все движения знать, всех фигур. Потому что могут сейчас боком меня срубить. Вот и все, уже срубили. Видите, минус один. Неловко получилось. Ну и я его срублю. Он пошел к моим войскам. А там, видите, у меня рядом много ниндзя. Наверняка срубит его. Достает, блин, надо же, он как умно встал. Надо посмотреть вот у этой фигуры, какие ходы есть. Вот это вот он. Так, он только по диагонали, то есть ходит вот так вот. Значит, знаете, что мы сделаем? Вот так вот. Сейчас можем прокрутить. А, ничего, он передвинулся куда. Блин, нам надо же, а? Он напрямую пришел. Надо было защитить фигуру-то. Вот я не знаю, как... Вот у этого... Пешки, ну-ка. Вот это вот пешка. О-о-о! И не встанешь туда. Оставить в покое надо. Я давно уже не играл. Вот, вот этим вот я срублю сейчас. Компьютер думает. Блин, да не может быть, как-то я вообще... А что я им сделал 40 секунд на раздумье? Я же вроде изменял, что было не 40, а одна... Надо было секунды уменьшить им. Я думаю долго. Неудачная партия, но я первый раз играю. Я уже выигрывал много раз. Ниндзя так вот не может заходить. Нифига зеленый всех рубит как. Все, за много убийств он уже превратился в другую фигуру. Дракона какого-то. Thank you.
просто офигеть, да? Мы войска уже все порубали. Вот сюда же он не может. Сейчас я вот эту синюю срублю фигуру. Или может. Я уже забыл. Но это только разминка, я только что игру эту скачал. Кто знал? Какой позор. А у дракона какие эти движения? А где дракон-то? А, вот ниндзя превращается в дракона. Все движения у него, надо же. Это вот трансформация как раз. Ничего себе. Это опасная фигура. Вот так вот он двигается. Которые срубили, можно поставить обратно. К королю сразу подобрались. Все, капитулировал король. Это шах и мат называется. Захватили. Ёкарный бабай, ёкарный бабай. На первом мне даже стыдно говорить, я проиграл все. Это же видно. А, они короля захватили моего, я уже вообще без дела. Они сейчас сами партию доигрывают. Компьютер. Надо прокрутить-то. Месте буду. Четвертое место. Самое последнее место. Победили желтые. Ну да, 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 да. Ни одного не срубил. Так я только скачал. Раньше я побеждал компьютера. Давно уже играл. Ладно, всем пока. Самая неудачная партия в шоге. Так я ее назовем. В шоге. Шахматы японские. Китайские.